Тестовый заход номер 4. Ди-ди-ди. Не, он А, три у тебя прыжка. быстрое КД, я понял. Ну там типа три прыжка и потом КД. Может, Так, начнем. Что? Что за... А, да. А пока еще нельзя. А да, лед. А еще надо выключить. Это... А, бегалку не взял. Ладно. Так, скидываю. Угу. О, у меня дикая индейка, ёпт. На индейку не похоже. Так, что мне за медо дает? Башню нужно построить. А вот прямо отсюда можем принимать, ничего себе. А, куда вы? Окей. Что как-то, блядь? Хреново все идет. Я такие же башни поставил. Так, передаю. 2, 5, 8. Так, что там? Вода, ветер. А, станов не хватает. Долго я бегу. Так, сколько стоит? Написано. Башня у нас стоит 90. Угу. Понятно. Так, давай-ка я тебе передам. Поставь. А, хотя нет, тебе хватит. Поставь улучшение в этом. Сейчас я тебе 55 даю. Где именно? Здесь? Где пустые слоты? Правильно. Два ставить? Да не, не тут. А? Блять. Вот тут вот. Лево. А там что теперь? А там разрушить можно. Да. Вот. Срушаю. 70 частиц проебали, что ли? А. Это не критично. Это должно быть, а тут должна быть молния. Это тоже молния, значит, земля.
А ты тоже можешь усилялку уткнуть. Где? Везде, где Вот. свободные. Да, вот тут, тут и там справа. Давай сразу лучше. Не, сразу. А, ну давай этаж достроим, потом будем улучшать. Их надо улучшать сразу, как волна заканчивается, потому что они очень долго апаются. Короче, 185 я скинул. Скинул. Буйволы побежали уже. Блин. Мы же мобы пиздец жесткие. Right. А здесь тоже усилялку ставь. Здесь вот. И там так же самое? Ну да, они везде одинаковые. И справа тоже. Центральную, короче, башню, ближе к краю. Хватает и скинуть? Да, хватает, я тебе сейчас еще скину. У меня 53 штучки еще есть. Средний этаж достроим, потом улучшать будем. Так, вода, насколько я помню. Да. Нет. Ну, не. А это. А, ну все. Тратили. Ну, вот эти первые жесткие были для первого. Дома, короче, да, тут надо какие-то замедло или станы, что-то такое, чаров с такими. Ну, здесь можешь усилялку воткнуть. Я пока не ставь. Кидываю туда. 53. Кинул. Мертвые шаманы пошли. Скидываю. Сейчас седьмая волна, вот эти шустрые, которые...
Не понял, а что мои станы не горят у них? Походу, да. Замедло канает. Да, стан на них не работает. Тут уже прям целая секция запаса до маги. Можешь усилялки поставить. И тут тоже? Ага. Так, что там взял? Сейчас скину, что осталось. Ага. Не хватает. А, ну, ясно. Башня 90 стоит. Призраки медведи вышли. Пиздец, ну ж серьезно. А тут в углу можешь поставить, смотри, смотри, тут. Все, здесь везде стоят уже. Угу. Давай я пойду лучше. Давай. А гибрид я тебе не могу улучшить. Так, все, лесные волки пошли. А, это на которых башни не работают. Лед, лед. Хватает. А, ну да, по ним вообще урона нет. То есть их руками надо убивать. Да. Давай сюда беги, значит. Угу. Дичь, конечно. Ну! Сука! Сука! Почти добили.
Ну ладно, один волк, не так страшно. Два волка прошло. Меньше, чем в прошлый раз. Вот здесь можешь усилялку воткнуть, смотри, вот здесь вот. Там мне бы наверх уже пойти бы. А все равно там фора будет, это, когда босс появится. Там босс уже появился, как бы. Ну, после него как раз не хватает сразу. Давай сейчас сразу наверх его усилять. Он далеко прям проехал. Сколько усиления стоит? Ну-ка скинь, сейчас 120. Интересно, что будет. Скинул? Хрюшки. Надо в одну цель. Ой, эти, кстати, маленького уровня. Почему так? Беленькие, не знаю. За бред. Вот тут усилялку поставь. Не-не-не, слева-слева, где я? Надо идти наверх уже дамажить.
Тут еще эти гидры, блядь. Че, фережешь туда? Пока до фири. А как же вы бесите, блядь. Та-да. Да, вот тут, конечно, из эфира как раз-таки не хватило последней недостроенной. Ну, мало пробежало, кстати. Надо добавить. Двадцать шесть защитных слоев осталось. Второй. 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 Так. Как он медленно бегает. Прочитали. Далее. Ой, бля, медведи уже бегут. Не хватает все-таки. Сука. Надо застраивать. Не, ну тема с усилялками работает, короче. Которые ты делаешь. Только надо все-таки достроить вот эту последнюю. Давайте скину, достраивай, я там потом уже себе поставлю. 4, 6, 2. Да, он ставит луком, а я только усилялки ставлю. Потому что я не могу потом улучшать, он не успевает улучшать башню. У нас 14, 15 слоев осталось защитных. Но вот этот вот, который невосприимчивый к урону нашему. Воды? Не воды? Ветра? Они что, далеко стоят друг от друга, пиздец. Понял. А в этот раз, сказать, другая 14-я волна. Нет, правильно, такая же такая же? самая. Да. Невосприимчивый к урону.
Нерой. Так, вот это там. Это буду вас, наверное, улучшать по максимуму. Это. Паркетная лука, кстати, урон больше, чем у мага критами. Ну. Не так плохо-то на самом деле. А по факту у нас фейл с тем, что, короче, вот эти быстрые мобы из-за быстрых эфирящих мобов, они последняя недостроенная секция нас подвела. Все, я вроде бы все свои башни улучшил до второго. Второй. Ты там даже третью поставил. А я просто хочу уже все, чтобы все четыре уровня эффектов было. Почитать можно было. Второй. Лучники. Подожди, мы до них доходили, нет? Нет. До этих мы еще не доходили. Оу, анчор. А, ну, класс. Типа, курите. Бля, так они типа рядом с собой шанку кидают. А, реально, походу, как фир. Прочитать. Пока выделить нельзя. Сука. Хоть одного, ни хрена себе. Нет. Два слоя осталось. Есть. Это ГГВП, наверное. 17-е, последнее, да. Че, скинуть тебе? Угу. Спишь? 72 скинул. Пять секунд до начала. На огненную не хватило. Вот. На одну башню не хватило огненной. Ну слушай, ну это прям максимальный пока 17-я волна. Ну это все, конечно. А, так, ладно, читаем тебя. Быстро вот так вот. Ну,
Е-е-е. Нихера себе. Я посмотрю, значит. Ну, слушай, по факту из-за того, что я улучшаю третий уровень вместо второго, оно не работает. Но еще пока работает. То есть это с Три. запасом получается. Я Так что. скинулся. Хз, как это в соло проходить, но вдвоем можно вполне. Ну, типа, мало времени подготовки, очень мало. Пиздец, соло, я не знаю, как соло тут охереть жопу надо разрывать, чтобы здесь успеть. А еще вот это не усилено. Так, что у нас там? Этот монстр имеет полную защиту от проклятий. Вот так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. А, слово да не заходит. Так вот. И вот так вот. Слушай, почти. Да, там, в принципе, мало осталось. Ладно, по крайней мере, я финальные статы всех башен могу почитать. Я подозреваю, Успеешь? тут около 100 волн. А я уже прочитал. А. А, можно еще раз? А, стоп, да, четвертый уровень. Так какой максимальный уровень башни? Четвертый, что ли? Ну, видимо, четвертый, да. А этот чувак что делает? У этого можно купить еще. А, ясно. Ничего не ясно. За эту хрень, в общем, можно монеты покупать боевые, чтобы бежу рейдить минимум. Ну ладно, а какой может еще раз будет. призов?